В Краткирусском районе пополнение штата медиков. В этом году уже пришел специалист в фельдшерско-акушерский пункт поселка Визябыш. В прошлом году нашли двух фельдшеров медучреждения Вомана и Аджирома. Все они получили по 1 000 000 рублей по программе «Земский фельдшер». Анастасия Забоева заведует ФАПом в селе Аджиром. Родилась в Краткироссе, отучилась в Сыктывкарском медколледже. Полгода назад вернулась в родной район. Сейчас уже пик заболеваемости сошел на нет, поэтому сейчас в основном это справочки, кто вот еще остаточные болезни, кто просто вот потихонечку так насморки. А направление, конечно же, это самое актуальное. Направление на анализы, направление к врачу. А самый пик заболеваемости был именно на момент ноября-декабря. ФАП в этом плане очень выручает. Все приходят в шаговой доступности, даже спецмага приезжает спокойно. В Краткирусской ЦРБ и поликлинике по поручению главы Коми введены новые ставки педиатров и фельдшера. В вузах страны по целевому направлению от районной больницы обучаются 14 будущих медиков по специальностям лечебное дело и стоматология. Целевые направления ежегодно выдаем, как и высшие учебные заведения, так и средние. Ближайший выпуск – это следующий год, там один целевик, врач-терапевт приходит. И в ординатуре сейчас обучается врач-анестезиолог-реаниматолог, который в этом году должен прийти к нам. Ну, по среднему медперсоналу также каждый год мы ищем, выезжаем в Сыктывкарский колледж. В основе все обучения проходят там. А так учатся и в Архангельске, и в Сыктывкаре также. В 2023 году в районе построили новый ФАП в Намске и врачебную амбулаторию в Мордино. В плане возвести еще 3 фельдшерско-акушерских пункта. В учреждение поступает новое медицинское оборудование. Сейчас Минздрав Коми прорабатывает вопрос о строительстве домов для медиков в Краткирусском районе.